Хорошего должно быть много. То есть твой третий подбородок, это значит, что ты очень хороший человек. Да. Как мило. Лайфхак от Камилы. Рубашечка поширше и совсем не видно, какая ты упитанная. Ты мой маленький Хомочка. Ты мой стеноденький. Ну, конечно, сюда бы не помешали бы Джимми Чу, но... Ну как? Ну, какую брать? Черную или зеленую? Черную. Ну, как скажешь. Все, мы решили. Берем черную. Капец, пару дней назад к нам приходила в магазин женщина, вот она медик. Вот, и говорит, будьте аккуратны, потому что надвигается какая-то очередная 145-я волна коронавируса, я еще так не обратила внимания, а сейчас заболела. Надеюсь, что не коронавирус, потому что, в принципе, корону я уже переболела, но они всякий раз мутируют. Фу, блядь, одни расстройства, еще эта челка долбоебическая. Всем приветики, всем отличное настроение. Ребята, я уже отлично себя чувствую, слава богу, спасибо всем за беспокойство. Даже тем, кто писал, земля тебе пухом главное. Я вас тоже очень люблю. Вообще не болейте себя, берегите друг друга, берегите себя и хорошего дня.